Можно заезжать сюда? Кто угодно может заехать, да? А почему вам можно, а другим нельзя? Ну, потому что я управляющий парком, потому что мне надо было здесь дела. А, так может прокомментируй тогда состояние перед гастрофестивалем-то? Состояние? Да. В каком смысле? Ну, что здесь еще планируется сделать? Может быть там траву покосить и так далее? Ну, трава косится постоянно. Вот мы уже выкосили. Видите, сколько времени прошло, еще не докосили до конца, а уже заново надо косить. Вот. А какие работы еще планируется сделать? Ну, это ловка деревьев. Веревочный парк, приведение в порядок.